Да все, как-то должен. У меня эфир идет. А, еще идет? Угу. Надо второй эфир сейчас проведу и будем с тобой уже заниматься. Привет. Так. Привет, связь отлично. О, здорово, здорово. Ребятки, вы пока тогда пишите свои вопросы, я их буду читать. А сегодня я бы, знаете, с вами хотела поговорить о чем? О мелатонине. Да, пройдемся. Правда, с вами с одной темы на другую скачем, но ничего страшного. Так, я могла читать ваши вопросы, да? Да, ребятки, пишите, мы с вами сегодня поболтаем. Давайте, что такое мелатонин? А, мелатонин, да, ставим лайки, кому не жалко. Да, ребятки, ставьте лайки, кому не жалко, чтобы было продвижение эфира, чтобы кому было интересно, чтобы они могли посмотреть. Мелатонин вырабатывается шишковидной железой в головном мозге. И его ошибочно считают как гормон сна. Вот. Но его правильнее называть, что это вещество, которое переключает метаболизм с дневного на ночной. То есть ночь и день — это же... мы с вами их поделили на по социальным программам, по социальным критериям. А по факту это та же самая плотность, просто на разном этапе наверное вот этого дневного круговорота, я даже не знаю, как его правильно сказать, получается, у вас организм начинает работать абсолютно по-разному. И вот как раз мелатонин, он переключает именно гормональное состояние с дневного на ночной. И ночью происходит репарация, восстановление. Смотря чем вы занимаетесь ночью, потому что очень многие, я смотрю, сейчас даже начинают говорить, что ночью нужно заниматься какой-то активной деятельностью, еще что-то, что нужно не спать. Я не говорю обязательно, что нужно спать, но ночь — это как раз то, мы уже с вами говорили, да, что такое день, что такое ночь. То есть день при световом дне у вас идет максимальное делание. Делание, делание, делание. А ночью это у вас прям выстраивание бизнес-плана. И ночью вы можете медитировать, вы можете создавать, объединять, творить то,
что вы никогда не сможете сделать днем, потому что днем это именно физическая активность, это делание. Вот. И как раз когда вы. Что такое? Что значит ночью происходит репарация? Что значит ночью происходит восстановление? Это когда вы то, что вы себе надумываете, если вот знаете, вот, как говорится, в сердцах, ой, сказала в сердцах, да, это когда вы начинаете вот говорить там, ой, вот что-то вот это вот, что-то там, какой-то новый проект, какие-то новые планы, какие-то новые мировосприятия, мироощущения, то, что вы выстраиваете, у вас как раз в это время идет именно репарация клеток. Они перестраиваются под то вдохновение, которое вы получаете в темное время суток. В темное время суток, когда у вас идет вот этот вот мелатонин. Вот многие говорят, нужно ложиться спать там до 11 часов. Я бы, наверное, сказала, что это не спать нужно ложиться, а именно включать ваше состояние. Борька. Включать ваше состояние в активность на другом плане. То есть что такое медитация? Медитация — это же, по большому счету, это глубокая активность самого себя вне тела. И это сон, это хорошо. Сон, когда человек кушает, особенно когда он питается традиционной едой, то сон ему все-таки, наверное, я бы сказала, необходим, потому что там нужно вот это вот все переваривать, перемалывать, все вот это. Но когда вы минимизируете еду, либо убираете ее, то сон-то тоже уходит. То есть организму не для чего перезагружаться. Он работает в едином режиме, в постоянном своем состоянии, в едином режиме восстановления, каждый раз восстановление, каждый раз, каждую клеточку он постоянно восстанавливает. Потому что есть, пока клеточку восстанавливает организм, вот эти вот клеточки-восстановители, они же тоже изнашиваются, и они потом восстанавливаются. То есть у вас постоянно идет вот эта регенерация. Но если сменить метаболизм с дневного на ночной, гормональный фон с дневного на ночной, и мелатонин синтезируется из серотонина. Это гормон счастья, гормон радости, гормон обнимашек, да, его еще так называют, который выделяется днем. Днем это почему днем? Потому что днем у нас идут делания. То есть, если мы вечером мечтаем, и у нас серотонин ночью не вырабатывается, потому что в мечтательном процессе он вырабатывается только в тактильном состоянии, в состоянии делания, именно в состоянии движения. Вот. И когда серотонин этот вырабатывается у нас днем, чем больше у нас он вырабатывается, чем больше у нас дают клетки его вырабатывать, тем больше синтезируется как раз вот этот вот мелатонин, который отвечает за реализацию ваших мечтаний ночью. Представляете, вот так вот это все бывает, да. И вечером он, конечно же. Так, давайте я почитаю вопросы. Тут у меня что-то скопилось. Добрый вечер. Держи лайк с Дубая. Привет, очень приятно. Подумала, что бабушка. Не важно. Бабушки это тоже прекрасно. У каждого свои ассоциации не вижу. Это Николай, привет. Салон. Так. Спасибо. Так, ну, еще давайте, что мы можем сказать? Так.
Также у нас вечером вырабатывается в вечернее время под воздействием, также мелатонин вырабатывается под воздействием гормона прогестерон, да? Вот. И серотонин, про который вот этот гормон счастья, радости, обнимашек, он вырабатывается, серотонин, из аминокислоты триптофан. И вот этот вот триптофан — это самая огромная молекула аминокислоты в нашем организме. И вот триптофан вы можете точно так же его найти, если для едящих людей это в сырах, в орехах, в шоколаде. Давайте разберем, почему мы его оттуда можем взять, почему это самая огромная молекула аминокислоты, триптофан, что она нам дает. То есть она формируется, что такое сыр? Сыр — это молочка. Сыр — это что такое молочка? Молочка — это мама, это безусловность, это детство. Это когда тебе не нужно, если мы говорим о детстве, не о таком, когда ты уже начал понимать что-то, что уже начались откладываться у тебя вот эти вот все программы, взятые от родителей. А как раз мы говорим о том, когда ребеночек еще только молоко ест, когда он только идет прочищать свои системы, то это то состояние, когда тебе не нужно завоевывать свою любовь. Когда она у тебя есть априори, просто потому что ты есть, потому что ты единая со своим миром. Для тебя мама — это весь мир. Мы уже об этом с вами говорили, да? И вот когда у тебя мама — это ты един с этим миром, когда она на тебя смотрит, когда она тебя кормит, ты понимаешь, что ты просто есть, и ты себя в этот момент не отстегиваешь от мамы. То есть не я есть отдельно от мамы, а ты понимаешь, что ты есть единая частица всего, всей любви. Понимаете, откуда берется триптофан? Почему его может быть, вот этой аминокислоты может не хватать? Почему за счет его может не развиваться серотонин? Если серотонин не развивается, то мелатонин у нас его в недостатке. Если мелатонина у нас в недостатке, то все думки, которые мы думаем ночные, все мечталки, они у нас не сбываются. И вот чтобы нам попасть, вот этот вот триптофан найти, почему, опять же, орехи? Что такое орехи, да? Возьмем орехи. Это природа. Это то жесткое, что есть в природе, что тебе дает силы. Это мы сейчас разбиваем не как физиологическую еду, да? Это мы сейчас разбиваем как ментальное поле, чтобы вы понимали. И опять же, откуда мы еще можем взять триптофан? Вот эту аминокислоту, которая у нас вот эту вот цепочку все выстроит. Это как раз та природа, с которой ты в определенный момент можешь единяться. Это сейчас для тебя, ты идешь и ты начинаешь смотреть там: о боже мой, какое небо красиво! Посмотрите на этих вечно влюбленных людей, да? Какой закат красивый, какая, я не знаю, там, какая росинка великолепная, какое там еще что-то великолепное. Почему это происходит? Потому что ты не эта росинка. Поэтому ты можешь восхищаться тем, что ты видишь, когда ты от себя это отрезал, когда ты не являешься этим. Ты можешь восхищаться этим миром, когда ты не являешься этим миром. Когда ты им являешься, то у тебя нет надобности восхищаться самим собой, потому что ты и есть этот весь мир. И как только приходит это понимание у тебя, тогда у тебя нет надобности искусственно вызывать аминокислоту триптофан, чтобы она синтезировала серотонин. Еще раз повторюсь, который серотонин дает серотонин, и за счет серотонина синтезируется мелатонин. И мелатонин — это тот гормон, при котором то, что мы задумали в ночное время, когда этот мелатонин у нас вырабатывается, оно у нас сбывается, потому что мы и есть это все, мы и есть этот мир.
Понимаете, как работает? Насколько внешнее вот это вот принятие, насколько внешнее ощущение, что я есть все, насколько оно дает вот этот вот толчок на выработку, на создание определенных аминокислот, которые ведут к соединительной цепочке гормонального фона, а этот гормональный фон соединяет нас с нашими желаниями, и нам все вытаскивает это на ладошки. Доброе время суток. Добрый вечер. Не ожидала, что попаду на прямой эфир. Счастлива вас услышать. Благодаря вам был один сухой день. Ранее сколько не пыталась, болела голова. Благодарю. Очень интересно. Вот. Ребятки, я сегодня к вам очень быстренько, а в четверг мы с вами, может быть, еще о чем-нибудь поговорим. Если хотите, мы в четверг можем залезть куда-нибудь в дебри и посмотреть, как работает наши внутренние органы на другие миры. Вот. Ну и следите, конечно же, за всеми анонсами, потому что в телеграм-каналах проходят тоже эфиры. В школе автономии проходят те эфиры, которые мы задеваем там питание и не питание. В канале просветления мы говорим о чем-то таком, о чем не расскажешь на ютубчике. Вот. И по психологии Лаврова Светлана канал. Там мы говорим о психологии, вот, о разных моментах, которые нам каждый день ежедневно встречаются в этой жизни. Ну и, конечно же, не забывайте присоединиться в Новый год, если кто-то хочет попробовать Новый год, что-то новое в этом году. Без алкоголя. Можете даже и без еды, потому что это не будет застолье. Купание в горных реках. И... конечно же, раскрытие. Много очень такой будет программы творческой. Вот. И раскрытие. О раскрытии мы поговорим о том, что такое, как раз сегодня с ребятами говорили в закрытом клубе, о том, что такое одинаковые цифры. Это порталы, и можно, в какие порталы можно заходить, в какие нет и почему. Вот. И мы поговорим еще об этом, но даже не столько о порталах, сколько мы поговорим, что, какие планеты присоединяются в определенный временной сегмент, что мы можем с этих планет получить и как мы можем этим воспользоваться во благо с плюсом. И мы прям это все с вами не только проговорим, но и проработаем, сделаем, конечно же, определенные какие-то, не знаю, как они правильно называются, упражнения, может быть. Методики, ну, назовите их как хотите. То есть то, что не привлечение каких-то там денег, там еще чего-то. Нет, а раскрытие всего. Невозможно привлечь в свою жизнь то, что у тебя уже есть. То, что ты этого не видишь, это другой момент. То есть самое простое, что ты можешь получить в этом мире, это деньги. Это самое простое. И их настолько много, они настолько на поверхности, чтобы увести ваше внимание с основного, сконцентрировать их просто на деньгах, на том, что стоит на поверхности, на том, что есть везде. Потому как, когда вы начинаете концентрироваться на деньгах, на их приобретении, на их трате, на их каком-то чем-то еще, то вы уходите от таких больших моментов, как «кто я есть?»,
кто я есть, это не в смысле философской вот этой вот полемики, да, а с той позиции, что я могу сделать вот с этим, в этом теле, и что я могу делать вне тела. И вы уже все прекрасно знаете. Ну, все. Вы слышали уже неоднократно, что люди, которые попадают в кому, попадают еще в какие-то непредвиденные ситуации, что они выходят из своих тел и бывают либо в определенных мирах, либо в междумирьях бывают, а потом возвращаются. То есть у вас у всех есть знание того, что человек может быть в этом теле, а может не быть в этом теле. И здесь самое главное понимать, что если ты уже знаешь, что можно не быть в этом теле, покидать его, ты же просто не знаешь, куда тебе идти, ты ждешь себя, если ты попадаешь в междумирье, то у тебя проводник либо оттуда тебя, либо отсюда проводник, который либо сюда, либо который уже может вести тебя и приводить обратно. И этот проводник, мы же с вами любим говорить, да, что все это только лишь отражение меня. И в ком ты отразишься, чтобы он был твоим проводником. Представляете, насколько много интересных моментов, которые нам все время их раскрывают и кладут их на видное место. Кладут их на видное место и столько-столько сразу же всего запускают, чтобы мы... Вроде бы это же всего так много, но, наверное, здесь непонятно, где правда, где ложь. Это знаете, как когда рассыпали много-много карандашей, а тебе нужно найти ручку. И вот ты видишь, где много-много карандашей, ты думаешь, блин, где же я ручку сяду? Посмотрел, глаз кинул там, все, видишь, что там просто разбросаны карандаши. А среди этих карандашей ручку не видишь. И идешь искать эту ручку где-то в другой комнате, на другом столе, там еще где-то. И ходишь, ищешь. И у нас в жизни так же получается. Вот у нашей плотности получается так же. То есть вот эта вот истинность твоих возможностей, давайте так назову, кинули, и ее кинули туда, где есть еще много-много всего, что тебе не нужно. И ты на это не обращаешь внимания. Но это и есть то, для чего ты здесь. А если не для этого, если не для познания вот этого вот, вот этих плотностей, то смысл тогда в чем? Ведь не важно, сколько ты зарабатываешь, не важно, как ты зарабатываешь. Неважно, с кем ты зарабатываешь. Не, мне, конечно, могут сказать, да как это не важно, нужно только хорошим способом зарабатывать там. И много-много всего, да, могут сказать. Но смотрите глубже, я немножко не про это. Неважно, как ты питаешься или не питаешься. Вообще очень много неважно. Ведь исход-то у тебя будет один, если ты не познаешь другую дверь. Ты все равно, твое тело умрет, и ты либо пойдешь на реинкарнацию, либо на разуплотнение, либо когда ты познаешь все это, ты пойдешь в следующую плотность. И тогда ты свой, пока ты есть в теле, то куда тебе лучше энергию направить? На максимальное зарабатывание денег, либо на поиск другой двери. Где ты можешь быть? Как ты можешь быть? С кем ты можешь быть? Что есть дальше? Что есть дальше после этого тела? Ведь очень многие любят говорить, о, как он выглядит, как она выглядит. Вот смотрите, там в халатике, там страшно, не страшно, бабушка, не бабушка. Какое это имеет значение? Это всего лишь разговоры о разговорах. Это даже не всплеск эмоций. Это ничто в звуковом сегменте. И чем больше вы будете ничто издавать из себя, тем больше вы будете обнуляться.
А вам нужно собираться. Собираться для другой плотности. Ну, может быть, кому-то не нужно, нет, я никому не навязываю ни в коем случае. Ну что, ребятки, я вас всех буду очень рада видеть на следующих эфирах. На эфирах в клубах, в телеграм-канале. Конечно же, на Новом Годе. И на ретритах. Всех обняла, всем огромное спасибо, что были со мной, что задавали вопросы.